Всем привет, я Оля, это канал о вязании. Сегодня у нас с вами первое отчетное видео в игре «Вязание на выбывание». И я напомню, что мы играем в игре на выбывание. Тот, кто не выполняет задание, выбывает из игры. И мы вяжем 4 недели, каждую неделю одно задание. И заданием прошлой недели было «Надень шапку». Мы все вязали шапки, сегодня у вас есть возможность посмотреть, кто какую шапку связал. Я надеюсь, все наши участницы остались в игре, по крайней мере, другой информации у меня не было. Мне кажется, все выпустят сегодня видео. И в нашей игре есть спонсоры. Итак, спонсорами нашей игры являются магазин Amazing Wool или про клубочки, магазин пряжи Вязамания Shop, магазин пряжи Mastart Yarn, магазин пряжи Italian Yarn Drago, магазин маркеров ручной работы Knit Marker и также две девушки, авторы описаний, это Оля Талерчик и Аня Жильцова. Мы играем в игру на выбывание, победителем будут несколько участниц, мы будем голосовать друг за друга. Как же будет проходить голосование? В сегодняшнем этапе мы выложим все видео, завтра вы увидите фотографии наших работ в Инстаграм и в Телеграм, вы сможете проголосовать за победителя, за приз зрительских симпатий, голосуйте обязательно лайками, ставьте лайки в Телеграме, ставьте лайки в Инстаграме, они будут суммироваться. И таким образом мы определим победителя в категории приз зрительских симпатий, а первое, второе и третье место в нашей игре мы будем выбирать сами, мы будем голосовать, и как будет проходить голосование, вы увидите буквально завтра в социальных сетях, поэтому обязательно подписывайтесь на Инстаграм, кто пользуется Инстаграмом, подписывайтесь на Телеграм-канал игры. Вы также можете участвовать в нашей игре, вы можете выкладывать ваши работы по темам с хэштегом. Хэштег сейчас появится на экране, в Инстаграме с хэштегом. Если вы хотите, чтобы ваши сторис с вашими работами появились в нашем аккаунте, обязательно отмечайте аккаунт игры, так мы сможем сделать репост вашей сторис, и также обязательно в постах выкладывайте итоговые работы, фотографии ваших работ, отмечайте хэштегом, и по окончанию игры каждая из нас, из вязальных блогеров, выберет одного победителя из зрителей и подарит от себя приз. Мне кажется, я рассказала все организационные моменты. Еще раз к голосованию вернемся в конце этого видео, обязательно вам все напомню и расскажу. Ну и что касается лично меня, что же я связала, да, у меня связалась шапка, в конце сегодняшнего видео вы ее увидите. Забегая вперед, я скажу, что своей работой я очень довольна, я сомневалась сильно, нужно ли вязать именно эту модель, у меня в голове изначально была совсем другая модель, ну тогда, когда мы только начали готовиться к этой игре, начали обсуждать темы, я подумала, шапка, надо связать что-нибудь такое практичное, что будет носиться. Но те, кто меня знают, знают, что да, я за практичность, но в то же время иногда, особенно в таких соревновательных моментах, меня несет, мне хочется что-то креативного. И шапка получилась у меня креативной, на мой взгляд. И мне даже кажется, что я сама буду ее носить. Хотя изначально я в этом очень сильно сомневалась. Ну, давайте обо всем по порядку. Сейчас я... У меня есть два для вас коротких ролика. В процессе я немножко снимала, начала снимать только в четверг. И вообще как-то так очнулась, что надо бы поторапливаться только в четверг. До этого немножко совсем чуть-чуть вязала, чуть-чуть думала в этом направлении. А в четверг поняла, что уже четверг, и нужно скорее набирать обороты, скорее довязывать. И к своему удивлению, вот сейчас это видео я снимаю в субботу, к своему удивлению, я была готова с шапкой уже вчера.
Ну, я вам сейчас, по-моему, наперед слишком много рассказываю. Давайте перейдем поэтапно к рассказу о том, как я вязала, и в конце я вам обязательно покажу, что же у меня получилось, что у меня связалось. Итак, я начала вязать шапку. К сожалению, подключение у нас с вами первое только в четверг. Как-то я потеряла от времени, наверное, и не так быстро начала. У меня были еще дела по заказам, я их заканчивала. И потом только приступила к шапке и начала вязать ее как-то медленно. И вот сегодня уже четверг, и вот, пожалуйста, я еще не довязала шапку, а меня здесь ждет еще отделка. Про отделку мы поговорим позже, потому что я не уверена, получится ли у меня та форма шапки, которую я хотела бы иметь. И если у меня не получится форма шапки, я, наверное, быстренько, буквально за 2 дня, буду вязать другую совсем шапку. Оставлю эту идею, потому что отделки у меня здесь много. Да, поговорим об этом чуть позже. Я, конечно, даже если эта шапка не получится, я вам раскрою свои планы, поделюсь своей неудачей. Да, но надеюсь, что все-таки с этой шапкой у меня сложится. Для тех, кто смотрел прошлый сезон, год назад, в общем, это идея из моего предыдущего участия в вязании на выбывание. Я тогда ту идею отмела, а вот сейчас опять к ней вернулась. И не уверена, честно говоря, что у меня получится хороший результат. Не уверена, что буду носить эту шапку, но мне вот хочется реализовать эту идею или хотя бы, ну, признаться самой себе, что идея неудачная. Итак, я вяжу шапку из 2 видов пряжи. Значит, одна пряжа New Bamboo. Я вообще эту пряжу всегда рассматривала как носочную. Здесь 60% шерсти, 23% вискозы, 15% полиамида. Даже не знаю почему, ну, видимо, из-за 15% полиамида я смотрела на нее как на носочную. Пряжа приятная, мягенькая. И вторая пряжа, состав я, к сожалению, не помню. Это вот такой мягенький очень шнурочек. И в прошлом году я вязала тоже в этапе с шапками вязание на выживание, тогда проект назывался еще так, я вязала шапку птицы на проводах, оставлю сейчас фотографию на экране, у меня, кстати, есть краткий мастер-класс по этой шапке, я там словесно описываю, как я ее вязала, даю схему. И использовала там в качестве темно-серой вот эту пряжу. Я не помню состав, я напишу его сейчас на экране. У меня просто не осталось этикетки. Что хочу сказать? Значит, совместила 1 к 1 эту пряжу. Одна нить у меня вот New Bamboo, вторая нитка. Вот это там состав с яком. Ну, я уже наверняка написала вам на экране состав. И получается такое полотно неплохое. Какого эффекта визуального я хочу добиться вот здесь, я вам в следующем включении расскажу, когда опять же станет понятно, буду ли я эту идею реализовывать. А что касается именно вот структуры, да, это то, что я хотела, очень мягкое полотно, в то же время оно держит форму и в то же время довольно плотное, то есть для шапки это отличный вариант. Шапка, конечно, демисезонная, не зимняя, хотя вот в наших реалиях в Германии довольно мягкая зима бывает, и такой шапки вполне достаточно. Я так вообще хожу, ну, наверное, без шапки всю зиму, если это не какие-то длительные прогулки. Да, хожу в капюшоне или без шапки, поэтому для меня эта шапка могла бы быть и зимней, вот что я хотела сказать. Что касается формы, я здесь уже приступила к убавкам, убавляю с 2 сторон по 2 петли, посередине оставляю 1, и хочу добиться формы шапки следующей. Показываю вам сейчас на экране фотографию, по-моему, я ее в Пинтересте нашла, эту форму шапки, и чисто так вот визуально по картинке предполагаю, что шапка вяжется именно так. То есть я хочу сделать где-то половину петель, я хочу убавить вот так с 2 сторон, а дальше уже сделать убавки вот здесь на макушке уже по кругу. В общем, я хочу довязать, хочу примерить, та ли форма получилась, и потом уже реализовывать свой план с отделкой. Конечно, покажу вам обязательно, как только приступлю к отделке. Скорее всего, это будет завтра, ну или сегодня вечером, но покажу уже вам завтра, потому что световой день закончится.
Вот, поэтому вот такие у меня дела, такие продвижения. Встретимся с вами в следующем включении, и уже станет понятно, останется у меня эта шапка, либо я быстренько буду вязать что-то другое. До следующего включения. Итак, спустя три перевяза макушки шапки, шапка у меня готова. И я готова вам рассказать свою задумку. У меня здесь лежат мотки не просто так. Шапка вот лежит там на другой стороне, уже кое-что у меня начато. Поэтому я вам этой стороной шапку показываю. Сегодня хуже видно все петли, поэтому верьте мне на слово. В общем, макушка у шапки интересная. Я начинала убавки с двух сторон. Вот она сейчас лежит как бы, ну, неправильно. Я ее пока, наверное, вам правильно и не покажу. В общем, вот это как бы боковая сторона шапки, и я начинала убавки аж вот здесь, так рано. Начинала убавки с двух сторон, с одной стороны, с другой стороны. И вот на этом уровне, вот здесь, я начала убавки в шести местах по кругу. Вот для того, чтобы получилась вот такая форма, сейчас шапка еще не стирана. Я решила постирать ее уже после того, как она полностью будет готова. Ну, просто у меня нет времени уже на стирку. Сегодня пятница, у меня еще довольно большая вышивка мне предстоит. Но я уже начала, и я планирую успеть. Сегодня-завтра мне нужно точно довышивать, чтобы постирать хотя бы в воскресенье в ночь. И снимать уже тогда видео, наверное, в воскресенье. Ну, вот начало и конец, скажем так. Так, что же у меня за задумка? Посмотрите вот на эти цвета. Что они вам напоминают? И мне кажется, абсолютно однозначный ответ, что напоминают они осенний лист. И я взяла свою идею, которая у меня была еще в прошлом году. Я хотела на шапке вышивать вот такой вот лист кленовый и подобрала для него цвета разные, пряжи, brush, тальпак и silk. К слову сказать, вот этот цвет я решила не использовать, потому что он такой слишком яркий. Ну, наверное, есть в природе такой цвет, но я решила, что я не хочу прям сильно яркое пятно делать на шапке, поэтому я убираю этот цвет. И вот этот цвет у меня будет, наверное, использован для черенка, для вот этой палочки, а остальные цвета для листика. И цвета у меня следующие. Так, я, конечно, не мастер вообще находить все цвета. Так, значит, вот этот цвет горчичный такой, этот я буду использовать там, где у меня желтенькие ячеечки. Этот цвет 19. Так, вот такой вот очень приятный бежево-персиковый цвет 20. Вот этот оранжевый я сейчас уже им вышиваю. Сейчас вам все покажу. Влюбилась в этот цвет, очень нравится. 22. И моточек бордового у меня был в запасах. Цвет 23. Вот эти четыре цвета я буду использовать. Лист я сделала в зеркальном отображении. Схему листа, кстати, взяла на Pinterest. И если найду оригинал, обязательно оставлю в инфобоксе ссылку на эту картинку, да, на этот лист. Вообще, это вышивка бисером. Вот здесь даже написано внизу: схема кленовый лист, узоры бисером, да, ну что это такое. Чем мне эта схема нравится? Я раньше вышивала всегда, когда была такая возможность, то есть не петля в петлю, а я брала по горизонтали одну петлю, а по вертикали я брала две петли. И таким образом у меня получалась вышивка не такая плотная на полотне и в то же время не слишком просвечивающаяся. И вот где можно, я такую использовала. И вот в этой схеме посмотрите, как удачно. Здесь прям напрашивается брать одну петлю по горизонтали и две петли по вертикали и смещать это все на одну петлю выше. Смотрите, как в таком, как немножко шахматном порядке расположены петельки. Но здесь бисеринки нарисованы, у меня же это будут петли. И я эту схему в зеркальном отображении взяла, потому что мне нужно, чтобы на шапке лист располагался с правой стороны. Ну вот я так для себя решила, что мне так больше нравится. И поэтому я взяла зеркальное отображение листа. Вот посмотрите, цвета, которые я хочу использовать.
Вот схема. И я начала уже вышивать. У меня здесь все в нитках. Все в нитках, все в разметке. Вот я начала вышивать. Бордовый, конечно, не слишком хорошо видно. А оранжевый видно уже хорошо. Почему-то у меня прервалось видео. Я уже вам все рассказала, что хотела, но оно прервалось. В общем, я рассказывала вам, что вышиваю. И хотела рассказать, почему я выбрала именно такой фон. И плоховато видно, честно говоря, на темном фоне. Ну, я думаю, еще освещение сегодня плоховато здесь. Я его никак не могу наладить так, чтобы вам было больше видно. Что же я хотела рассказать? У меня был план также... Ну, как один из вариантов, не совсем план, один из вариантов связать молочного цвета шапку и на ней вышить вот такой яркий лист. И потом я спросила мужа, как ты думаешь, как будет лучше смотреться вот на сером или на молочном. И он сказал, что лучше будет смотреться на темном. И когда он это сказал, у меня сразу возникла в голове такая ассоциация, что это будет у меня кленовый лист, который лежит на земле, а земля такая влажная, осенняя, после проливных дождей, вот именно такого цвета, темно-серого, такого земля. И мне показалось это такой интересной идеей, что я загорелась и вот мучаюсь с этой шапкой. И это, в общем-то, все, о чем я могу сейчас вам рассказать на данный момент. Вообще-то у меня есть еще одна новость. Кстати, тут же я вспомнила. Сегодня ночью я связала еще образец для дополнительной шапки, для того, чтобы ну, просто не вылететь из проекта. Если с этой шапкой все-таки что-то не сложится, то у меня будет запасной вариант, и я вам сейчас его покажу. Как я уже сказала, я начала запасную шапку вязать, просто чтобы успеть хоть что-то связать. И меня привлекла одна шапка, которую я увидела в сериале «Манифест». Я вам сейчас фотографию на экран добавлю. Просто фотография отвратительная. Я сфотографировалась с телевизора. Просто для себя как идею. Другой фотографии у меня, к сожалению, нет. Но шапка мне понравилась. Мне кажется, это такая довольно универсальная форма, которая идет всем. Ну, или если не всем, то многим. Я решила попробовать на себе эту шапку. Взяла пряжу следующую. И мне ее дарила дочь на прошлый день рождения в октябре. И вот я спустя год ее использую, можно сказать. Пряжа Альтамода Кашмир 16. Экстра файна мерина воли, мид кашмир. И здесь... Значит, в 50 граммах 110 метров и 10% полиамида, 12% кашемира и 78% шурволи. Шурволи – это мериносовая шерсть. Итальянская пряжа «Made in Italy» и пряжа, да, «Атлана Гросса». Очень такой мягенький шнурочек или цепочка, какая-то такая, ну, скорее шнурок, да. И полотно, конечно, получается тоже невероятно мягким. У меня 6 мотков, это получается 660 метров. И я размышляла, что же мне связать. И ближе всего, конечно, оказывается идея шапки и, возможно, еще манишки. В зависимости от того, сколько пряжи на шапку уйдет. Может быть, еще какие-то варежки или митинки хотя бы получится. В общем, я планирую всю эту пряжу, все 6 мотков, связать на аксессуары для себя настолько, насколько хватит пряжи. И я начала уже вязать. Значит, сначала резиночку связала, сначала простую, потом с вытянутой петлей. И мне кажется, резинка с вытянутой петлей смотрится лучше. Потом идут блоки из изнаночной глади и патентные резинки. И вот там на той шапке их, по-моему, 3 таких блока. Я посмотрю, сколько понадобится мне. И, скорее всего, закрывать буду какой-то плоскую, надо плоский затылок сделать, потому что шапка такую вот форму имеет, ну, не совсем круглую, скажем так. Вот, пойду сейчас на танцы, буду вязать эту шапку на танцы с ребенком, пока ее буду там час ждать. Буду вязать вот эту шапку, потому что шапку с вышивкой не очень удобно брать с собой. Нужно внимательно следить за петлями и быть сосредоточенной. В общем, удобнее взять вот это вязание. И, возможно, я эту шапку тоже закончу.
и будет у меня запасная шапка. Если я ее закончу, я, конечно, вам ее покажу. Если нет, покажу вам, что в процессе находится. В общем, у меня осталось совсем немножко времени, и я прилагаю все усилия, чтобы не вылететь из проекта. И мы встретимся с вами уже в заключительной части видео, где я вам покажу результат. Возвращаемся с вами обратно, уже к итогу. Я показываю вам сейчас шапку, вот она у меня на манекене. Я быстро очень вышила лист, я его вышила буквально вот вчера за один день пятницы, и я не могу сказать, что я сильно напрягалась или долго вечером сидела, по-моему, до окончания светового дня я этот лист уже вышила, и у меня получилась вот такая шапочка. Сейчас она на манекене, я ее обязательно примерю. Давайте еще раз покажу, какая она получилась. Вот такой необычной формы. И вы знаете, мне кажется, я нашла универсальную шапку, универсальную форму шапки для тех, кому не идут вот такие простые шапочки без отворота. Мне они тоже не идут. Я выгляжу, как будто я вот в плавательной шапочке. Знаете, да, эти шапки, они вообще, по-моему, никому не идут. Эти плавательные шапочки резиновые, когда сильно обтягивают голову, и голова какая-то становится такая маленькая, круглая, как яйцо. Но тем не менее, вот такие шапки нужны. Не всегда погода располагает к тому, чтобы надеть прямо толстую шапку с отворотом. А я всегда считала, что мне нужна именно объемная шапка, чтобы она вот не облегала мне голову. Но я сейчас примерю эту шапку, и на мой взгляд, скажите ваше мнение в комментариях, на мой взгляд, мне идет эта форма. И эту форму я добилась именно вот за счет того, что начала делать убавки с двух сторон, вот так рано, вот где-то на этом уровне у меня начинаются убавки, а уже убавочки по кругу, то есть в шести местах, как бы круглую делая макушечку, я убавляла уже под конец, где-то вот столько от конца шапки, и все это время я прибавки делала в каждом четвертом ряду. Набирала я здесь 112 петель, вязала на спицах 3,25, по-моему, всю эту информацию я упустила. Вязала в две нити, да, я вам показывала пряжу, рассказывала, что это за пряжа, и вышивала вот этот лист такой осенний пряжей Brush Alpaca Silk. И вот после стирки, она у меня такая свежепостиранная, вот буквально только высохшая, он такой стал лохматый, мне кажется, можно его еще даже расчесать, и он станет более такой однородный, более лохматый, и вообще, ну, возможно, в процессе носки даже еще распушится. Так, что еще важного я хотела здесь рассказать? Что касается расцветки, я когда довышила до конца, я подумала, что, ну, какой-то он, наверное, не очень яркий, наверное, он какой-то не очень такой вот выделяющийся, но... Потом я решила, что если бы это было такое прям яркое пятно на шапке, то я бы точно эту шапку не носила. А вот с таким листом я ее поношу, тем более, что у меня есть планы на аксессуары к этой шапке. То есть сюда еще будет кое-что в комплект. Я постараюсь этой осенью это довязать. Ну и давайте уже перейдем к примерке. Я постараюсь надеть так, чтобы сразу выглядело нормально. Вуаля! Я припосаживаю шапку немножко вот здесь по бокам. Именно для чего? Для того, чтобы как раз вот эффекта плавательной шапочки не возникло. Для того, чтобы образовались вот здесь складки, и шапка лучше сидела. Ну, что скажете? По-моему, сидит она очень хорошо. И как раз вот этот лист, он не выделяется так сильно, и... Мне кажется, я буду носить эту шапку. У меня есть такой вот молочного цвета, наверное, чуть темнее вот этого кардигана. Есть такой жилет, например, дутый. И мне кажется, я буду эту шапку с этим жилетом носить. В общем, мне она нравится. Скажите, как она вам? И если она вам нравится так же, как и мне, проходите обязательно в Инстаграм-группы, те, кто пользуется Инстаграмом, и ставьте лайк за пост с моей шапкой. Посты выйдут завтра в понедельник. И также завтра в понедельник мы расскажем, как же проголосовали мы. Все голосование будет в Телеграм выложено, но я постараюсь дублировать его также в Инстаграм для тех, кто все-таки Инстаграмом еще пользуется. Значит, что касается вашего голосования, по окончанию игры, спустя все 4 недели,
Мы суммируем количество лайков за наши работы за первый этап, второй, третий, четвертый, количество лайков в Инстаграм и количество лайков в Телеграм. И тот, кто наберет больше всего ваших голосов, получит приз за зрительских симпатий. Приз это будет от спонсора. Скорее всего, на выбор участницы, потому что у нас большая география, география спонсоров также обширная, и мы старались подобрать спонсоров таким образом, чтобы каждая выигравшая участница получила свой приз, несмотря на то, в какой точке мира она находится. Что касается нашего внутреннего голосования, у нас будут определены первое, второе и третье место по окончанию игры. Каждый из нас, вот сейчас мы довязали шапки, так я ее сниму, мы довязали шапки, и я от себя буду голосовать за первое, второе и третье место, за те шапки, которые мне понравятся. Ну, допустим, первое место я отдам шапке. Ну, хочется взять какие-то нейтральные имена, да, чтобы я еще не видела шапки, я еще снимаю только видео. Я вместе с вами в воскресенье залипну, наверное, в YouTube, буду смотреть, кто какую шапку связал, историю создания этих шапок. Я просто уверена, что шапки будут сногсшибательные, я вот тут продолжаю рекламировать свою. Ну, допустим, за шапку некой Виктории, которая у нас не участвует, я отдала бы первое место. За шапку имена никакие не приходят. Ну, в общем, вы поняли. Первое место вот за эту шапку, второе место за эту шапку, третье место за эту шапку. И так проголосует каждая из наших участниц. В зависимости от этого, каждой участнице, получившей призовое место, будут начислены баллы. И также будут эти баллы все суммироваться за все четыре этапа игры. Конечно, для тех участниц, которые не выйдут, как это правильное слово говорить? У нас игра на выбывание, да, те, кто останется в игре, те будут продолжать баллы получать, но я очень надеюсь, что девчонки у нас такие все интересные и нацеленные на игру, и мне кажется, никто у нас из игры не, опять это слово, не знаю, как его правильно сказать, в общем, все останутся в игре. И мы закончим эту игру в том же составе, в составе 10 человек, и определим, кто же у нас окажется по итогу победителем. Все на этом. Голосуйте за мою шапку, если она вам нравится. Мне она очень нравится. Она такая пушистенькая, пряжа распушилась, сама вот эта серенькая, да, и листочек распушился. Скажите, носили бы вы такую шапочку? Ну, мне кажется, я буду ее носить. Несмотря на то, что я считаю себя не очень каким-то таким экстравагантным человеком, я ношу, наверное, скорее классику и стараюсь там не привлекать к себе лишнего внимания. Но вот мне кажется, эту шапку я буду носить, и она мне очень нравится. Если она вам нравится, еще раз голосуйте за нее, переходите в Инстаграм, в Телеграм, и, конечно, переходите в аккаунты на Ютубе всех наших девчонок, посмотрите, какие они шапки связали, и я тоже с удовольствием пойду и посмотрю, и буду определять, кто для меня занял первое, второе или третье место. На этом я с вами прощаюсь. Нет, не прощаюсь, так вспомнила резко, о чем же я забыла сказать, а забыла я объявить тему следующей недели, конечно. Крылья, крылья, ноги. Птичка. Ноги, крылья. Главное, хвост. И тема нашей недели – ноги, крылья, главное, хвост. Что подразумевается под этим, что мы имеем в виду? Каждый сам для себя решает, что для него главное – крылья, ноги или хвост, и вяжет, соответственно, что-то на руки, на ноги или на ту часть тела, где у нас теоретически должен был бы
быть хвост, и наших хвостатых друзей мы тоже не забываем. То есть здесь у нас такой широкий спектр действий, каждый выбирает для себя, что главное для него. Я вас призываю, конечно, участвовать с нами вместе, вязать себе какой-нибудь теплый аксессуар на руки, на ноги. Ну и кто знает, в некоторых регионах зима настолько суровая, что какое-то нижнее белье с кашемиром или альпакада, просто шерстяное, вообще не помешало бы. Поэтому ровно через неделю мы встретимся с вами на втором отчетном видео в этой игре. Я вам расскажу, на какую же часть тела я связала для себя аксессуар. Вяжите вместе с нами, голосуйте обязательно за нас. И теперь я точно уже прощаюсь с вами до следующей недели в отчетном видео. Возможно, между делом выйдет еще одно видео. Я его буду сейчас начинать снимать, но это не точно. Прощаюсь с вами на всякий случай до следующего воскресенья. Может быть, увидимся и раньше. До скорых новых встреч. Пока-пока.